известно, быстро замороженная рыба лучше сохраняет свой вкус и текстуру. Перед нами рубленная треска. Ее заморозили в Китае, после чего отправили на заводы в Шотландию, где из нее сделают рыбные палочки. Сначала вот эти рыбные блоки загружают в машину. Мощный пресс проталкивает блоки через ножи, которые нарезают их на брикеты по 48 сантиметров в длину. Они вертикально опускаются в специальное отверстие. Далее множество ножей нарезают брикеты на более мелкие кусочки. Из каждого получается около 85 палочек. Потом их проверяют на наличие трещин и отправляют дальше. На другой линии производства филе пикши сначала засыпают в загрузочный ковш. А затем на конвейер. Он отмеряет определенное количество филе и отправляет его на вибрирующий стол. Вибрация разделяет кусочки, пока они движутся по ленте. Отсюда кусочки отправляются на так называемую контрольную станцию. Там все недостатки сразу бросаются в глаза. Теперь пришла пора горячего душа. Он длится всего секунду. Горячая вода растапливает верхний слой льда, при этом сама рыба остается замороженной. Так мука лучше пристанет к поверхности рыбы. Теперь филе обваливают в жидком тесте, состоящем из воды, муки и специй. Излишки остаются в нижней части конвейера и используются для пропитки другой стороны. На следующей производственной линии филе погружают в панировочную машину. Здесь рыбу обрабатывают сухарями. Наконец, кусочки готовы к обжарке. Этот процесс длится 28 секунд. Этого достаточно, чтобы верхний слой поджарился, но внутри рыба по-прежнему оставалась замороженной. Таким перепадом не позавидуешь. После обжарки рыбные палочки отправляются в морозильник. Тем временем на третьей производственной линии в высокоскоростной миксер заливают масло и кладут красный перец. Также добавляют петрушку. Пока смесь готовится, ее размешивают вручную. Красный перец наносят через специальный аппликатор, чтобы замороженное филе хорошо пропиталось. Эти кусочки не надо жарить, поэтому их отправляют прямиком в морозильник. Рыбные палочки и филе пикши в панировке хранятся в морозильниках. Через 45 минут филе пикши по желобу попадает в приспособление, которое разделяет рыбу на порции. Затем горячий зажим запечатывает упаковку. На другой линии палочки раскладывают по коробкам. Последний осмотр, и продукт готов. Рыбу кладут в вакуумную упаковку и запечатывают. Производители предлагают огромный ассортимент замороженной рыбы. Каждый найдет что-то подходящее. И главное, чтобы отведать вкусной рыбки, не нужно целый день сидеть с удочкой.